обратил к себе несколько дней назад, совершил разбойное нападение на старушку, зашел к ней в квартиру, знал, где у нее лежат деньги, залез в шкаф и забрал. Вы ее наносили? С чем вы были? Да, два раза ударил ее рукой, один раз табуреткой. Деньги на что потратили? Деньги. Часть потратил на выпивку, покупал водку, а часть сотрудники полиции изъяли. А сколько всего похитили? Около 200 тысяч. Садейном-то раскаивайтесь.